Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! На волнах радио «Голос надежды» очередная программа «Беседы об из цикла «Познавая непостижимое». Как и обычно, в студии я, ведущий программы, Владислав Баскаков и мой постоянный собеседник Юрий Михайлович Волобоев, преподаватель Заукского университета и пастор Заукской церкви. Здравствуйте, Юрий Михайлович! Приветствую вас! 28 раз мы собираемся и пытаемся углубиться в недра, в самую суть каждого из псалмов, которые действительно, как в прошлой программе упомянули, мы вроде бы кажутся похожими, но какие-то индивидуальные черты, нюансы есть в каждом из них. Сегодня мы желаем вникнуть в нюансы 28-го псалма. Я читаю его целиком, он небольшой. Псалом Давида. «Воздайте Господу, Сыны Божьи, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Глаз Господень над водами. Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Глаз Господа силен, глаз Господа величествен, глаз Господа сокрушает кедры. Господь сокрушает кедры ливанские, и заставляет их скакать подобно тельцу. Ливан и Сирион подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня. Глаз Господа потрясает пустыню. Потрясает Господь пустыню Кадес. Глаз Господа разрешает от бремени лани и обнажает леса. И во храме его все возвещает о его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром. Аминь. Аминь. А, сразу отмечу, что мне бросилось в глаза, когда я читал этот псалом. Он удивительно э, построен так по определенному плану. Первые два по текста. «Воздайте», «воздайте». Последние два текста – «Господь, Господь». Все, что в середине, везде – «Глаз Господень», а самый центральный текст только отличается и начинается с нестандартного «и» заставляет. Вот, вот такое наблюдение на, подспутно появилось. Может быть, есть какой-то смысл в такой структуре. Да, структура однозначно есть. Но вот хочется сказать, знаете что, прежде всего? Что, скорее всего, это древнейший артефакт. Этот псалом? Да, 28-й псалом. Он, ну, как бы, или переделан с псалмов, которые имеют еще большую древность, да, то есть, что может быть. Или, э, как бы, вот он, ну, интересно написан. Э, здесь явный ханаанский мотив. Ну, да в чем же они? Ну, вот в той самой грозе. Да, то есть Бог грозы. Мы помним, что глаз Господень, да, что такое высекает там, искры и так далее. Здесь да, у нас встретил угу. как раз-таки по девятый текст в центральном разделе. Это Ваал, который является божеством, собственно, Ханаана, еще до пришествия туда, Израиля времен исхода. Ну и, соответственно, вот все эти образы, да, то есть могучих вод да, выкорчевывание ливанских, Ливанского кедра, как это вот здесь описывается, там, значит, Сирион — это гора Ермон, которая, в общем-то, частью является Ливанского горного массива, да, то есть, значит, это все вместе, да, то есть, что это? Вот мы видим, как гроза, это больше, чем обычный шторм, да, то есть, земной, это, это такой вот, я не знаю, эсхатологическое, если хотите, действие, mm -hmm. да. Имеет такую силу, вот еще раз повторюсь, что, скорее всего, это, так сказать, один из самых древних текстов книги Пассалти. Ну, вы что, хотите сказать, что Давид взял какой-то расхожий мотивчик, популярный, в религиозных кругах местных народов, который здесь уже жил веками, и просто. Обозначил э, главного Другой. героя, что Другой. это не тот, а вот этот на самом деле. Ну, я к вам так скажу, что это достаточно распространенное явление, достаточно распространенное явление, да, то есть, когда многие вот эти мотивы, образы переплетаются, да? но люди живут в мире, мы бы так сказали, что люди переопыляются, да, то есть, различными идеями. Достаточно даже нам, в, нашей, в нашу христианскую эру, если поисследовать, например, как, наш, как мы представляем Бога Отца. Ну, у нас в христианстве мы понимаем так, что есть Бог Отец, Бог Сын, Иисус Христос и Дух Святой, Божественная Троица. А, собственно, какими мы словами и понятиями описываем Бога Отца? Понятными, близкими Отец, нам. Отец, более старший, да, сидящий на престоле, являющий свой там вот глаз, да, то есть, являющий свою волю, сидящий на престоле, да, то есть, иногда даже метающий молнии. Громовержец. Да, и как-то вот мы, если посмотрим другие тексты, ну уж очень он будет похож на древнегреческого Зевса. Но прямо вот есть эти сходства, да, в описательном материале. В каком-то смысле все религии схожи, потому что Бог <как> ну, это да, кто-то, то есть... кто, кто намного выше нас, сильнее, как же его еще иначе. Да, если почитать Платона, то мы очень много понятных нам идей увидим в описании природы Иисуса Христа, прямо вот как будто бы где-то даже под копирку. Значит, но ну, мы понимаем так, что да, вот идеи, они же существуют, да, то есть когда человек в других контекстах осмысливал ну как бы запредельное да то есть он осмысливал или пытался осмыслить какой-то духовный мир да то есть вот. и естественно некоторые идеи они нашли свое реали... ну, применение в христианстве достаточно сказать что вот во втором II, в третьем веке особенности многие идеи Аристотеля напрямую перекочевали в, в христианство, да, то есть, то есть платоники, неоплатоники и так далее, там понятие о душе, да, то есть, это же как бы откуда оно пришло в христианство, Потому что пришло, из, пришло то из фактически греческого мировоззрения, греко-римского мировоззрения. А вот поэтому вот эти моменты они присутствуют, да, то есть и здесь нужно как-то вот может быть это тщательно подумать, поисследовать. То есть если в современном, допустим, христианстве с, есть идеи, схожие с чем-то э, в древности, это означает, что в древности человек мог иметь э, ну, близкое к истинному понимание но совершенно иначе это описывать и представлять себе. Но у него есть понимание, что вообще, вот если мы берем вот язычник, да, он, его спрашиваем, есть Бог? Он говорит, да, есть. Он выше тебя? Да, выше. Там, ты должен ему поклоняться? Да. Ты должен услышать, Да. Ведь он говорит все правильно. Да. Он просто применяет это к кому-то к другому неправильному. Богу. А если покопаться, ну, например, ну, поклонялся человек какому-то Перуну, или ладно, это многобожие еще, да, вот где э, язычество на Древней Руси. А как-то я читал одного апологета э, зороастризма. Вот он вникал в религию и говорит, слушайте, ну, зороастризм, зеро, это по сути, говорит, надо все-таки называть это моно монобожие Однозначно. Это, это не вот это жуткое язычество. Однозначно. Люди другим э, набором слов описывали на самом деле, пусть в искаженном виде, но это что-то правильное. и поэтому а почему бы не считать зороастрийцев, в принципе, приверженцами правильной религии, не совсем авраамической, потому что они не знали подробностей, да? Тем не менее, когда вот такой человек, будучи, например, добрым, он послушался, он слушался Бога, как он его представлял. А как его потом судить? Например, Господь смотрит на него и скажет, так, ты слушал, ты думал, что я считаю так правильно, ты делал это, ты чувствовал. Ведь Дух Святой может влиять на сердце Человека, который понятия не имеет о существовании Святого Духа. Да, вот интересно, книга Даниила. Угу. А трех юношей бросили куда? В печь, раскаленную огнем. А Даниила? В львиный ров. А почему не в печь? А, -а, -а. а Потому что для персов-зарастрийцев огонь является чем? Божественной священной сущностью. И поэтому грешника, нарушающего закон, бросить в огонь было нельзя. Куда бросали грешника? Львиный ров. Интересно? А -а -а. То есть мы говорим сейчас. Э GTA: это одна книга Даниила. То есть э бросали в печь вавилоняне. Э вавилоняне. А в львиный ров персы. Вот. Вот вы, это надо подчеркнуть. Да. При разных властях вообще в А так это же не просто разные власти. Это разные даже религиозные, так скажем, со... системы. Ну, в сознании Просто у всех было религиозно. Задали вопрос. Я думаю, почему этих бросили, а этот где ходил? А, почему да, да, он, да, он да, что да. поклонился идолу? У многих же такой вопрос остается. Вот. Это очень серьезный момент. То есть вы понимаете, что как бы представление за о том, что Бог живет в огне, в непрерывном, и так далее перекочевал, в том числе в христианские источники. И мы будем удивлены, как очень много идей за растризма на самом деле будут, мы встретим на страницах наших комментариев и доктринальных вопросов. Да, Бог вот. есть огонь поедающий. Ну, в том, да, том числе. Ассоциируется. В том, поэтому уже... еще раз повторюсь, Даниила бросили в львиный ров, потому что преступников бросить в огонь было кощунственно. Потому что огонь являет спасительную функцию, огонь праведника что делает? Очищает. Очищает, а грешника сжигает. Как-то грешника можно бросить в огонь. Нет, ни в коем случае. Ну, как бы вдруг его Бог спасет. Это интересные моменты. То есть тема очень глубокая, на самом деле. Такие моменты есть. И их много, на самом деле, в книге Псалтирь. Очень много моментов, когда Явно есть более древние мотивы. Не верования древние. Нет, это не верование. А мотивы. Некоторые мысли могут кочевать. Да, вот, например, сегодня есть целые христианские деноминации, которые верит в жизнь после смерти, то есть душа у которых бессмертна. И она отправляется, душа в рай, а у некоторых, некоторых грешников душа отправляется в ад. И когда люди описывают рай, и когда они описывают ад в представлении ну, как бы этой деноминации, то как бы интересно получается, что как бы здесь это не сильно было похоже на Египет древний, еще дохристианский, где была самая разработанная доктрина о жизни после смерти, где тела бальзамировали, а души отправлялись там к поясу Орион и так далее. Да? То есть, где как-то они там сосредотачивались, соответственно, был огонь для грешников. Вот. И мы приходим к древнегреческой религии, где есть Аид, царство мертвых, также mm -hmm. где бездушные, ну, в смысле, бестелесные души значит, грешников находятся и так далее. То есть мы видим, как в христианство да, перекочевывают идеи, но явно до христианского мира, a, поэтому вот и здесь о чем речь, да, здесь как раз-таки, да, здесь речь не о вале, хотя интересно, что вал переводится как с древнееврейского как господин, и иногда Яхве может называться тоже господином, то есть интересный момент, то есть здесь нужно, конечно, однозначно как бы вот некоторые моменты пояснять. То есть если мы говорим, Господь, а древний переводчик переводил бы нас местным, он просто сказал бы вал. Ва так же, как, например, находясь в Сирии, он бы сказал «А -А Аллах, если бы мы произнесли Бог. Вот, ну, это интересный момент, да. Поэтому человек тоже мог быть господином. Вал. Ну, есть же такое даже. Вали. Вали, Ва да. Вот, но ну, а ситуация в... здесь о чем, да? То есть, опять же, здесь прославляется имя Бога Яхва, да? То есть... Здесь Бог представлен в, в первых текстах, вот как создайте славу, да, то есть э, э, это гимны прославления, да, то есть это гимны поклонения, да, то есть это э, как бы говорит о том, что э, Бог имеет абсолютную силу, да, то есть, что Он, э, чем Он управляет, да, то есть Он управляет, э, то есть воздайте ему славу и честь, славу имени Его, поклонитесь в благолепном святилище Его, то есть благолепное святилище, да, то есть это невероятно украшенное, да, то есть это служение действительно праздничное, потому что тут вот при окончании праздника Кущи этот псалом пелся, да, то есть э, это как бы слава Господа вообще трансцендентного, вот так бы сказал. Потому что третий текст говорит, что глаз Господень над водами. Трансцендентного что вы имеете? Господь в виду? над водами многими, это имя Бога Элоим. Бог, который сотворил который вот небо и землю. Где-то во Вселенной имеется такой большой масштаб. Дворец. Да, это максимально удаленный от человека, это Бог-Творец. Бог, который, значит, владычествует всей Вселенной, это Бог, который творит всю Вселенную, все мироздание, это Бог, который поддерживает существование, жизнь, функционирование всей Вселенной и как часть нашей планеты Земля. То есть вот он Элоим И сказал Бог, да, и что? И сделалось. Вот это Бог максимально, так скажем так, вот он ну, такой бы вот властелин, вот я бы так сказал, да? Ну вот, кстати, вот сказал, вот весь, ведь основной акцент этого псалма вот его уникальная особенность – это вот глаз, Господень, глаз, Господний. Вот весь Бытие акцент, один. да, вот сила слова. Уж человеческое слово многое может сделать, да. И, и вот, вот как объяснить вот замысел автора этого псалма, вот акцент на голосе? А, Но ну, опять же, да, то есть что значит Господь сказал? Да. И, сделалось. и сделалось. Господь сказал и явилось. Но мы видим ну, перед собой сотворенный мир, так же ведь. Угу, гласно, мы уже Господь. видим сотворенное что-то. Но мы не видим начала сотворенного. Мы не видим, как вот все-таки с чего все началось. Ну, по крайней мере, человек появился в шестой день творения, правильно? Угу. И, естественно, увидеть все это он никак не мог. Что он это мог только услышать? В смысле? Но в прямом смысле, то есть человек слышит, да, то есть первое, ну как скажем, бы торы, мы сказали, является устной. Собрание священных текстов, ну как бы вот мы предполагаем, что оно каким-то образом существовало в устном творчестве, да, то есть, то есть люди, люди пересказывали, уже потом они начали что? Записывать слова. То есть человек мог услышать о происшедшем ранее. услышать а, о, происшедшем, теперь понял. о, происше... о происше... происшедшем ранее. То есть мы говорим о том, что на вот том, как бы так скажем, начальном э, опыте человека э, голос является откровением. Голос является откровением. Глаз и видение является уже в данном случае чем? Следствием. То есть человек первое он слышит, а дальше что он видит. Вы слышали, что сказано древним, древними, да? Не убей. А я говорю вам, что не гневайся, да. То есть интересно. Но мы бы сказали, письменность уже существует, первый век, и Иисус должен был бы как сказать. Вы читали? читать не умели, но писание хорошо, же. но не у всех было писание, но хорошо, публично. хорошо, но вот этот человек читал, который там в синагоге сторой в руках, правильно? Но он употребляет и что? Вы слышали? Вы слышали? Вы слышали? Он обращается к чему? К откровению. У людей есть откровение Божье явленное в Торе, но они слышат. Еще раз повторюсь, сначала есть, как говорят те же тот же Израиль, устная Тора, а потом что есть, записанная Тора. За, причем записанная Тора, да, то есть когда человек видит, появилась позже устная Тора. Видимый мир появился позже слова слов. или слов. Поэтому вот это понимание, ну, как бы мы не будем далеко углубляться, там в греческую, опять же, мифология, потому что неизвестно. Сразу бы мы произнесли слово «логос» на древнегреческом, которое мы перели как слово, в начале было слово. Хотя, повторюсь, из древнееврейского вначале могло быть и дело. Это тот же самый перевод того же самого слова «давар», да? А вначале могла бы быть и мысль. И вообще там около десятка, то и более оттенков этого самого, возможности перевода этого самого древнееврейского слова. Вот. То есть а слово, дело, мысль и так далее, оно было в начале, да, то есть, но мы подчеркнули однозначно, что в начале все-таки было что? Слово. Хотя замысел. мы бы могли бы подставить дело, ничего бы слово, ну, перевод бы не потерял своего, как скажем так, ну, истинности, да, то есть. Дело в том, что у Бога слово, дело, мысли, замысел – это одно и то же. И слово для него – это одно и то же. Ну, дело – это какое-то действие, когда мы что-то… Вот мы привыкли, вот у нас есть материальное тело, руки, мы должны что-то сделать. Либо я могу дать команду, и это сделает другой человек. Вот для Бога, видимо, ничего не надо делать руками. Это притворение человека. Он уже начал что-то использовать, а до этого слова просто. Вот и вдумайтесь теперь в то, что говорит Центурион Римский. Угу. Скажи только слово, и исцелеет слуга угу, мой. Да. И Иисус удивился, ибо в Израиле Он не встретил такой веры. Потому что Израиль, к первом веке, к сожалению, уже живет чем? Видением, а Римский Центурион живет слово, Блаженные, не увидевшие, но, но просто услышавшие, да, вот как наши радиослушатели не видят нас, но слышат. Но вы понимаете, что это действительно древний артефакт, вот о чем мы говорим. Тексты более древние, чем записанные Давидом, да, то есть, вот и участвующие в литургии. Это более древний текст. То есть, здесь однозначно получается, что первое божественное откровение, как и в бытие один, это слово звучащее. И оттенки его, кстати, римский центурион почему-то понимает, знает и утверждает. Не израильтяне. Им нужно прикоснуться, потому что Иисус прикасается и исцеляет тещу Петра. Иисус прикасается к прикаженному. Где-то он плюет, делает брение, мажет глаза и говорит, иди умойся. А римский центурион пришел и говорит, скажи только слово. Понимаете, в чем весь вопрос? Это какой-то другой, более сильный уровень веры, и поэтому он удив... Иисус удивляется и говорит, что многие придут с Запада там с Востока и усядут, усяд... и а вот uh, дети там Завета нет. Понимаете, в чем весь вопрос? Вот эти вот это интересные моменты, да, поэтому здесь еще раз хочу сказать, еще раз повториться, это более древние тексты, поэтому здесь Откровение носит ну, такой более, что ли, древний характер, да. Интересно, действительно, вот я сейчас представил просто эту, эту ситуацию, как, как нам э, проще действительно что-то сделать, чтобы мы были... Вот эффект плацебо для чего нужен? Можно человеку сказать, ты здоров, иди домой, а он просит, дайте мне таблетку. Знаете, uh -huh. вот таблетку из ничего, из муки прессованной. и человек исцеляется, потому что он что-то поддержал в руках. И я где-то читал, что есть... Для современного человека, на 100-летней давности людей это не действует, значит... Не, люди в белом халате на некоторых действует так, что человек начинает нервничать, о, у него с детства может там болезненное ощущение, да. А некоторых, э, на некоторых э, производит терапевтический эффект присутствие. Человек начинает думать, что все хорошо. И даже была дискуссия такая: вот стетоскоп, который висит у человека, у, -у, -у доктора там, на грузи. Вроде, ну, зачем? Есть такая всякая техника. Люди любят, когда их слушают, и это э, их успокаивает. И вот, и вот ради этого уже э, как у меня один знакомый пошел в местную поликлинику и говорит: меня докторша слушает стетоскопом, при этом не вставляя его в уши. И он говорит, он ей говорит: вставьте в уши, вы будете что-нибудь слышать. А она слушает его, вот просто так прикладывает: все нормально, говорит, никаких шумов. Ну, конечно, нет. Она его не включила, условно, да, так. А поэтому очень интересный момент, когда вас перед газовыми на, говорят, что на воротах или где-то там газовых камер было написано, был написан призыв к чистоте. Обязательно мойте руки, потому что чистота – это залог вашего здоровья. Дезинфекция. Дезинфекция, да. Поэтому mm -hmm. люди, которые шли на смерть, они не, до конца не понимали, что они будут умирать, или просто их сейчас вымоют здесь, и они будут чистыми. То есть вот интересные, опять же, интересные моменты влияние слова и влияние, собственно, самого действия. Да, поэтому здесь мы видим Бога, который однозначно, значит, над водами, то есть он над потопом, выседает над потопом. То есть вот этот, значит, стихия или эсхатологическая гибель, да, фактически целой цивилизации, значит, ну, для праведника, в общем-то, не будет иметь никакого значения, потому что над водами потопа не только восседает Господь из 10 -го текста, но ковчег. Он тоже над водой. Угу. Он же плавает по водам. Иисус ходит по воде. Ковчег Кноев имеем в виду, а не просто что в храме. Да, Иисус ходит по воде. То есть даже Петр какой-то шажочек сделал по воде. Да, интересно. То есть вода, это не, не звучит как-то обреченно. Обреченно, да. То есть там, где живет Левиафан и все зло мира, вот оно живет в воде. Представление древних, а оно вот для Бога никакого значения вообще не имеет. Значит, и оно для человека, праведника, опять же, даже из нового за это. Мы видим мотивы, правда, да? Тренды. Мы видим мотивы ветхого нового за это. Но вот, тем не менее, вот как в прошлом слове мы читали: Господь такой, Господь разрушитель. Здесь Он словами сокрушает, глаз Господа сокрушает кедры. Пятый текст. Да, опять вот какое-то разрушение. Звучит какая-то угроза. Кедр — неплохое дерево. Я не знаю, кого он здесь тогда символизирует. Видимо, все-таки нечестивых, каких-то возгордившихся людей или Нет, что? нет, и, наверное, нет. Кстати, 18 раз в 11 стихах встречается имя Яхвы, что само по себе очень сильный. Это, это концентрированно сильный псалом. Здесь однозначно как воспевается могущество. То есть вот на Земле и во Вселенной более сильного, чем в Яхве, нет. Просто нет. И то, что он выкорчевывает эти гигантские ливанские деревья, вернее, кедры, да, то есть с Ливана, да, то есть, ну, скорее всего, что они были очень высокими, и в обхвате были действительно, как там у нас на Руси говорили, дуб в три обхвата, да, то есть, то есть три человека могли обхватить. Диаметр был очень таким большим, да, то есть и кажется, что вот это селище, вот это вот природа, вот это вот да, Бог выкорчевывает их и они просто скачут по горам как лани, да, то есть, ну то есть имеется в виду это как щепки летят. Mm -hmm. Да, у меня <с представление тоже такое же, как будто Господь прямо рубит. опять. Он разрушает. Бог творец, да, и Божий разрушитель. Он разрушит. И все словами делает. И глаз Господа, да, то есть глаз Яхва. то есть он просто вот сметает все, да, то есть и, и вот я еще раз скажу, самый, может быть, такое самое страшное в опыте человека это потоп. Это сейчас повторюсь, эсхатологическое действие, вот, а на самом деле как бы Бог выседает над ним. Поэтому здесь видите как. А ведь нету силы, которая может Богу противостать, да, там условно говоря. И нету в этом мире место, где от него можно укрыться. То есть получается, что Бог имеет абсолютную силу. Вот это действительно, ну, как бы воспевание, да, то есть это песнь могуществу Бога. Это очень сильный момент. И надо понимать, что могущество это, как мы в прошлом псалме уже упомянули, всегда направлено на спасение человека. И вот что интересно, если голос Божий благословляет нас и дает нам жизнь, успех, счастье, все такое, точно так же Господь может просто сказать «нет», и все наши планы и мечты вдруг могут куда-то все улететь. И вот не отчаяться в этот момент, потому что почему это Бог взял и разрушил все, что я себе там настроил, нафантазировал, и вдруг ничего нет. Вот Наверняка вы, как пастор церкви, встречали людей, которые сидят у разбитого корыта и говорят, «Господь мне разбил корыто-то». Вот что вы таким людям сказали бы, вот мы буквально последнюю минутку. Да, и неоднократно встречал человека, который, или людей, да, которые ну, говорили, понимали, что неудача в жизни, в общем-то, это плод такого ослуш... ослушания воли Божьей. Вот. И Божьего вмешательства. И Божьего вмешательства, да. И что вы им сказали, ну, чтобы вот они что. как-то что-то осознали? А что тут можно сказать? Кроме того, что ну, Бог, который ранит, он же и врачует. да, То есть Бог, который забирает, он же возвращает. То есть Бог, который, если это его воля, это, чтобы человек что-то потерял, он же и вернет. Ну, и история, история, все то, что человек потерял. Да. Не только история О, это история очень многих людей сегодня. да, То есть те, которые но ну, не соглашались там с Божьей волей или как-то там вот жили по-своему. У них были потери. Бог возвращает, в общем-то, все потери, так условно говоря. Поэтому здесь действительно нужно сказать о том, что слава Господу нашему, да, слава Ему, потому что и наши приобретения, наши потери, то есть наши какие-то раны, наши какие-то, я не знаю, переживания – но они находят какое-то свое, что ли, ну, как бы сказать, какое-то свое исцеление. Вот что. То есть человек, который не просто так веру сохранил, да, но он смотрит в небо с надеждой, он смотрит в небо, так скажем, с какой-то верой, да, то есть он находится в состоянии там воздетых рук или, я не знаю, там молитвенно склоняется. В результате, какими бы трагическими не были, да, то есть события, он получает исцеление. То есть он не одинок. И Бог его не оставляет. Благодарю, Юрий Михайлович. Вот уже второй псалом подряд мы вот эту мысль важную повторяем. Все, что делает Господь, Он делает для вашего блага. И бывает тяжело это понять и смириться, но тем не менее лучше понять это, смириться и жить счастливо, чем Отвергать и противоборствовать всю свою жизнь. Благодарю за ваше участие, за вас, за ваше внимание, наши радиослушатели. Благодарю вас. До встречи на следующем разборе 29-го псалма. Позже вам благословений. До свидания. Всего доброго.